Друзья, всем привет! Вы на канале ДТВ. И у нас вот такой телевизор LG 32 дюйма. К сожалению, сломался. Вот. Давайте я вам покажу его сейчас. Модель 32LF580U. Вот он у нас. Значит, в чем проблема у данного телевизора? Проблема следующая. У него перегорели лампочки. Значит, данных лампочек получается 20 штук. Из них горит 2 штуки. Почему я знаю? Потому что я уже вскрывал телевизор. Вот смотрите, видите? В этом месте засвет идет. И вот в этом месте засвет. То есть всего 2 лампочки горит у нас. Вот так это видно. Итак, давайте мы сейчас все это дело выключим. И отключим. Значит, купили мы вот такие светодиоды для телевизора на Алиэкспрессе. Ссылочка будет под видео. Итак, давайте начнем раскрывать телевизор, а потом светодиоды. Итак, конечно же, отключаем от сети. В первую очередь откручиваем ножки. Так, вторые ножки. Снимаем. Так, ножки мы открутили. Потом берем вот такую отверточку маленькую. Также ссылочку я скину под Алиэкспрессом, где можно купить набор отверток. Или какую отвертку купить. Откручиваем вот эти болты. Значит, раз, два, три. Вот обязательно. Так, здесь не надо. 3, 4, 5. Вот этот 6 обязательно. 7, 8. И где-то вот один. Вот здесь, да, 9. Я его открутил уже в этом месте. Вставляем. Пока вы открутили все болты, вы просто приподнимаете. Она очень легко снимается, крышка. Вот в таком положении. Все, снимаем. Обязательно кладите вот в таком положении, как я это делаю. Вот сюда. Итак, дальше что мы делаем с вами? Вот так отодвину в таком виде. Сняли крышечку. У нас есть вот такие болты здесь. По всему периметру. Получается. Мы их также откручиваем. Вот раз. Два. Три. Четыре. Пять. И пошло-поехало по периметру. Итак, откручиваем болтики. И продолжаем. Итак, болты я открутил. Вот так аккуратненько мы их кладем с вами, чтобы не потерять. Значит, следующим этапом отключаем вот эти разъемы здесь. Вот, раз. Запоминаем. Здесь сейчас это снимается. Все вот на таких штучках держится. Вот они. Запоминаем. Это у нас RH. С левой стороны, как бы, ну, если смотреть на заднюю часть, как бы справа. Я также откладываю это все, кладу вот в таком же положении справа себе, сюда. Левую часть, соответственно, LH слева также отключаем. Просто вот вытаскиваем и поднимаем.
убираем сюда. Дальше снимаем вот эту кнопку. Значит, здесь два болта. Здесь отключено. Так. И просто вот сюда кладем. Ну, вы поняли, что я второй болт уже открутил до этого. Все. Так, этот болтик, конечно же, надо достать сейчас. Для этого, конечно, имейте вот магнитные такие бутылки лучше всего. Так, сейчас. Угу. Так, понятно, это сняли. Теперь нам надо открутить вот эту часть. Откручиваем также болтик здесь. И откручиваем болтик вот здесь. Так. Так, эту планку. А, вот еще я забыл, видите? Здесь еще один болтик. Сейчас мы его также открутим. Давайте-ка. Так, и что-то, а вот оно снимается. Давайте мы сейчас развернем телевизор, вот эту часть к нам сюда. Так, и смотрим. Так, вот она вытаскивается у нас, эта часть. Все, вытащили эту палочку. Также откладываем ее сбоку сюда. Так, отключаем вот этот разъем также. Вот здесь есть такой крепежный элемент. Зажимаем и легко отключаем его. Не бойтесь ничего отключать. И вот так как бы отжимаете здесь. Дальше берем лопаточку. Вот такую. И получается, отсоединяем как бы вот эту часть от нее вот здесь. Сейчас я вам покажу, как это получится. Немножко все же телевизор здесь вот так переворачиваем и снимаем в первую очередь вот эту рамочку. Смотрите, как бы. Вот так аккуратно ставим ее. Сейчас и снимаем рамочку. Рамку очень легко снимается. И также эту рамку мы кладем вот сюда, слой за слоем. Так, давайте дальше. Друзья, очень аккуратненько переворачиваем на эту сторону, со стороны стекла. Вот у нас здесь стекло. Смотрите, так как я уже вскрывал, вот здесь сбоку есть у вас, получается, схема, да, она приклеена как вот к этой части борту. Здесь отклеиваем просто изоленту черного цвета. И все. И у вас как бы стекло монитора можно будет снять. Снимаем аккуратно. Вот в таком положении. И также кладем его к нам туда. Далее. Ничего не перепутайте. Только. Вот я его перевернул другой стороной. Дальше, смотрите, нам надо снять вот эту рамку, получается, следующую. Вот здесь как раз нужна вот эта лопаточка, о чем я вам говорил, для того, чтобы поддевать вот, это, вот в этих местах, защелках,
чтобы снять вот эту рамочку. Поехали. Итак, снимаем эту штуку и также кладем сюда. Все должно быть у вас поступательно. Значит, смотрите здесь, что мы делаем. Вот эту штуку снимаем, также пачкой и выкладываем эти листы все. Итак, смотрим, что у нас здесь. Это я уже снял светодиод здесь, который перегорел. Давайте я вам сейчас включу, и вы посмотрите, убедитесь в том, что часть светодиода у нас не работает. Подождите. Я подключил к сети. Нажимаем. Так, пульт у нас здесь. Нажимаем кнопку включить. И проверяем, как. Что будет гореть, что не будет гореть. Так, я посильнее зажал там, потому что там то отходило, то не отходило. Вот, смотрите. Итак, горит у нас только раз лампочка и два. То есть у нас, смотрите, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все остальное перегорело у нас. Представляете себе? Жесть какая. Так, давайте, что мы делаем? Выключаем. Давайте пультом отключим. И вот эту штучку сверху мы снимаем. Вот эти замочки надо будет отстегивать сейчас. Все, поехали. Обратите внимание, что вот эти очень легко снимаются с поворотом налево и наверх. То есть вот раз. Не все, конечно, крутится. Вот. И все. Итак, когда сняли все вот эти штучки, снимаем, просто вот эту штуку поднимаем и кладем сюда. Полоса у нас здесь приклеена, вот двойной скотч. И вот здесь у нас также подключено. Все вот эти штучки снимаем. Так, вот пришли новые, которые. Здесь я поснимал вот эти штуки все. Единственная проблема сейчас снять вот эту у меня. Берите ножичек, не знаю, что-нибудь поддевайте, потому что очень сложно снимается. Сейчас без камеры буду снимать. Давайте потом покажу, что получится. Так, друзья, снял эти штуки. Смотрите. Вот такой отверточкой. Вот здесь, когда будете снимать, поддевайте вверх и туда его. Иначе вы его просто не вытащите. Он прям намертво там стоит. Все. Снимаем каждую теперь вот эту ленточку. Вот эту вот. Ну, вот эту белую оставляем, подложку у него. Все, снимаем эти три штуки и ставим наши новые. Вот этой стороной, там двойная лента, да, уже, соответственно, в эту сторону. Поехали. Итак, как смог, тоже все это снял ножичком, поддел снизу. Все, поверхность очистили. Эти, конечно, ленточки по возможности лучше снять, но вот у меня вообще не снимается здесь. Придется на поверх делать. Единственное, вот это еще слой уберу. И все, и ставим вот эти лампочки. Поехали. Итак, вот здесь ставим, смотрите, написано у нас буква А, Б и А. У нас на вот этих штучках тоже А, Б по центру, А сюда ставим. Имейте в виду, не перепутайте. Так, я приклеил последний, значит, ставим А, Б, А. Ну, проверяем у себя на всякий случай здесь. Так, вставляем это. Все очень просто. Просто сверху. Смотрите, как он, бляха-муха, сейчас
не дотягивается. Смотрите, вот эта последняя, она прям в натяжку идет. Я думал, сначала не войдет она. Так что имейте в виду. Сначала прикрепляйте, потом в натяжку сюда как бы прилепляете. Как-нибудь так. Итак, давайте сейчас проверим, все ли будет гореть у нас. Включаем к розетке. Проверяем пультом. Опа, как у нас все горит. Видите, все горит. То есть мы сделали все правильно с вами. Вот, прекрасно все. Накрываем все вот этой штучкой, которая у нас идет. Так. И закрепляем сюда наши все кронштейники. Поехали, давайте. Соберем сейчас все в обратном порядке. Итак, друзья, в избежание, чтобы не падали у вас вот эти кронштейны, держатели, которые удерживают, лучше заклейте, потому что у меня, пока я вытаскивал, я их сломал. Ножки здесь. Я обычным скотчем приклеил здесь. Лучше подклейте, на всякий случай. Вот где у вас тут болтается. Вот у меня крутится. Сейчас тоже подклею. И будем собирать дальше, как вот у нас есть в таком виде. Сюда накрываем, собираем. Итак, накрыли сюда вот эту штучку. Сейчас ставим, как у нас по порядку все есть, рамочку. Помните, да? Здесь ошибиться невозможно. Вот видите, сейчас я ее ставлю, она неправильно, по-моему, стоит. Сейчас оперирую, значит, вот этой стороны. Да, папа. Все, вот видите, она теперь в пазы все встает у нас. Вот так, сейчас соберем. Дальше положим наш экран уже непосредственно. Итак, сейчас перевернул стекло аккуратненько туда. Рамочку пока не одеваем. Собираем пока вот эту часть с этой стороны. Вот эту надо будет сейчас подтянуть сюда. Закрутить вот эту планку. И только после этого мы одеваем вот эту рамочку. Итак, поехали. Так, друзья, нет, все-таки я ошибся опять. Вот эта штука должна здесь наоборот стекло сейчас. Перепроверяем еще раз. Итак, вот эту штучку прикрепили на два болта здесь. Этот болт и этот. Здесь на изоленту, соответственно. Итак, вот эти болты пока не закручиваем. Одеваем сначала рамку. Потом закручиваем эти болтики на наши, помните. Так, поехали. Рамку на ту сторону мы поставим. То есть надпись LG у вас окажется со стороны кнопки вот этой. Снизу. Поехали. Итак, рамку я одел с той стороны. Все, теперь собираем полностью. Сначала закручиваем все здесь, эти штучки по всему периметру. Вот этими болтами. А потом уже собираем, помните, левая, правая и крышка. Давайте сейчас пока прикрутим. Итак, друзья, все, мы закрутили по периметру. Здесь соединили наши колонки, правая, левая. Здесь соединяем. Тут не забываем шина, которая вот здесь идет по ней. Тоже не забываем, то, что я вам показал. Здесь то, что я вам говорил, подклейте скотчем дополнительно на всякий случай. И, конечно же, все накрываем, да. Крышка финальная. Давайте я уже когда соберу, мы включим, проверим, как будет работать. Давайте-ка собираем. Итак, друзья, собрали мы телевизор. Давайте проверим. Работает он, не работает. Что же и как. Так, включаем. Итак, здесь надо будет уже. О, уже лучше. Светлость появилась, потому что раньше был вообще темный. Сейчас давайте мы свет выключим. Так.
И зайдем в менюшку. Вот и наша менюшка. Итак, все работает. Сейчас, Данилочка. Хорошо. Итак, заходим. Проверяем. И... Не знаю. Нормально. Сейчас вот в 20 точках все хорошо показывает. Итак, всем спасибо. Ставьте лайк на канал ДТВ на наш. Вот. Значит, смотрите, ссылочка будет внизу. Там еще клей, если у кого, грубо говоря, там не все, как у меня там 18 лампочек не работало, вы можете докупить просто эти лампочки отдельно. Поштучно там меняются. Ну вот. Но мне кажется, проще вот так ленту поменять. 700 рублей, по-моему, вышло. Доставка 2 дня. Ссылочка на товары внизу. И на клей, на всякий случай, поксипол там будет такой. Тоже ссылочка внизу. Все, всем подписывайтесь и всем пока-пока. Пока! Всем пока! Будьте здоровы!